Итак, дорогие мои зрители, опять куда-то везут любимый наш асфальт через букву F без палатки. А везут его, как мы знаем, издалека, в пределах Бирска. С асфальта какую-нибудь там смесь не делают. Очень хотелось бы верить, что я доеду туда, куда едет он, посмотреть. Но вот вам показатель. Нас потом будет долго убеждать, что так и должно быть. А палатка — это накидка сверху, чтобы он не выстужался.